Здравствуйте, я мама Карманова Михаила из города Чебоксары. Миша родился с патологией кишечника, с тотальной формой Гиршпрунга. С рождения нам вывели на третьи сутки илиостомы и колостомы, потому что не отходил стул, была кишечная непроходимость. Через 3 месяца после реанимации, после первой реанимации, нас отправили домой, выписали из больницы, заболели кишечной инфекцией. После кишечной инфекции у нас была острая спаечная спаечный процесс, после которого удалили большую часть тонкого кишечника. И так у нас выявили синдром короткой кишки, оставили 60 сантиметров всего лишь. Сейчас, спустя полгода, у нас она выросла на 20 сантиметров. Сейчас у нас 80 сантиметров кишки, но это недостаточно, чтобы ребенок нормально, как обычный ребенок, рос, развивался и набирал вес. Поэтому мы сейчас в РДКБ города Москвы имени Пирогова. Нуждаемся в парентеральном питании внутривенном. Так как нам нужно питаться этим парентеральным питанием, питанием через вену дома, в домашних условиях оно очень дорогое, нам нужно питание, расходные материалы, лекарства. Вот, и мы обратились в фонд. Миша очень веселый мальчик, очень любит ходить, правда, с поддержкой пока что. Сидит, играет, ну, любит хулиганить, очень любим гулять. И вот, чтобы гулять, чтобы жить дома, нам нужно это питание.